В резонансном деле об увольнении директора Махсагалохского центра помощи детям поставлена точка. Решением Хангаласского районного суда Василия Ильина восстановили в должности. Напомним, пост директора Махсагалохского центра помощи детям Василий Ильин занимал с 2009 года. В декабре 2016 приказом учредителя заведения администрации Хангаласского ЛУСа его уволили. Официальным обоснованием отстранения от должности стал ненадлежащий присмотр за двумя воспитанниками центра, что привело к их самовольному уходу. Не согласны с таким решением сотрудники и попечители Махсагалохского центра помощи детям даже устроили пикет у здания администрации в поддержку своего руководителя. В данный момент Василий Ильин уже приступил к своим должностным обязанностям. Я уже вот так приступил к работе. Дело в том, что тут уже очень много работы, полным-полно планов будущее. Вот изначально, когда началась вся заваруха, какую вы позицию заняли и были ли вы уверены в том, что вас рано или поздно восстановят? Уверен на 100% в том, что у меня нету таких каких-то нарушений больших, уголовных ответственностей и так далее. Я никого не убивал, я никого не воровал, я никого не бил. Работаю честно и справедливо. В том, что мы работаем именно ради детей, а не для того, чтобы работать.